Ja się tutaj już to położycielne, to był położycielny summit. Nie było, że dać się jakowo to pierełoma. Się tutaj już to pierełom ждет нас через год na summitie w Waszyngtonie. Ta polityczna logika. Duma już to Ukraina получила, во-первых, информацию о том, что является частью западного мира, что будет членом НАТО. Это важный сигнал для инвесторов, и с этим согласились все. Это первое. Во-вторых, Украина получила особый статус в отношениях. Это совет, это поднятие уровня отношений. Считаю, что это важно. Почему? Потому что таким образом Украина стала особым партнером, я не знаю, как это назвать, но этот уровень повысился. И во-третьих, получила, я считаю, что это тоже форма поддержки, информацию от президента Байдена, которая была сказана прямо, что сейчас мяч на стороне Украины. Короче, что есть вопросы прочности системы безопасности Украины, спецслужб, способности Украины выполнять обязательства члена, с другой стороны, вопросы демократии. Я считаю, что это поддержка, потому что на самом деле Байден показал на основные моменты внутреннего фронта в Украине, на эту траншею, в которой на сегодня побеждает батальон Монак. И я считаю, что это поддержка как для народа Украины, как и для президента. То если то, что разделяет президента и народ, не будет убрано, если эти мрази, которые воруют системно во время войны, не будут уничтожены. Просто прогресса в приближении к миру безопасности, миру процветания, миру воссоздания Украины не будет. Здесь надо понимать, помним, как еще год тому назад радовались наши сердца с каждой информацией про то, что какие-то расисты были разбиты. Думаю, что сегодня больше радости у народа вызывает информация о том, что поймали каких-то коррупционеров и их наказали, чем информации с фронта внешнего, потому что кажется, что этот фронт, он не под угрозой. Я глубоко убежден, что на внешнем фронте Украина победит и прежде всего как результат дезинтеграции внутренней Российской Федерации. Видим, что происходит с экономикой, видим, что происходит. Это будет дезинтеграция системы, то, что Пригожин, это начало. Просто стратегия должна идти на то, чтобы жалеть и беречь жизни украинских солдат, во-первых, во-вторых, понимать, что время работает на нас, против них, потому что они в безнадёге, это во-вторых, и во-третьих, и в дезинтеграции, и во-третьих, просто начать серьезную борьбу на внутреннем фронте, чтобы было понятно, что тот, кто употребляет государственные полномочия без ясных основ, он преступник. Тот, кто занимает государственную должность, спикера, министра, замминистра и выполняет нелегальные поручения, которые идут из воздуха, он тоже преступник. Надо возвращаться к серьезному восприятию государственности, за которую гибнут люди. Вот мой взгляд.